Грандиозный праздник медиа-искусства в городе на Неве. В Петербурге на 10-й юбилейный фестиваль «Киберфест» съехались более 100 художников из разных стран, чтобы представить публике широчайший жанровый спектр проектов. Тайные знаки и поиск совершенства в обыденном, иные смыслы в интерпретациях шедевров великих мастеров. Все ради демонстрации новых форм взаимодействия искусства и высоких технологий. В атмосферу открытий экспериментов погрузилась Алена Германова. Правит бал в этом причудливом танце? Человек или все же барабан? Загадка. Спонтанные движения на фоне шихара, кажется, рождаются звуками. Человек-оркестр перемещается в толпе зрителей, словно рядом нет никого. Шлейфом тянется какофония, режущая мелодия, и последний аккорд этого перформанса заставляет вздрагивать. Приятные звуки или наоборот неприятные – все это информация, которую вы получаете посредством слуха. И вот как раз меня интересует, как работает человеческое ухо, его возможности. Вот этим я и занимаюсь. Я хочу экспериментировать. Здесь лампы светят снизу, а на потолке раскрываются зонты. Древняя статуя богини плодородия Иштар, снятая под микроскопом, словно отдельная вселенная. Прекрасные авторы призывают искать в обычных вещах, ведь даже камень в воде тоже может быть искусством. Я вот с коллегой приехала из Москвы. Сегодня мы специально приехали, чтобы посмотреть и увидеть, что же здесь происходит. Мне кажется, здесь все очень необычное, какое-то такое затейливое, интересное. 10-й международный фестиваль медиаискусства в этом году собрал более 100 авторов из 20 стран. Киберфест одновременно проходит сразу на нескольких площадках культурной столицы. В академических стенах Института живописи безупречные копии работ Тициана и Рафаэля теперь соседствуют с инсталляциями, где обычные ванна и грязь становятся художественными образами. То ли это птицы увязли в нефтепродуктах, которыми отравляют водоемы, то ли так автор работы видит образ Икара, героя греческих мифов. Он слишком близко подлетел к солнцу и потому погиб. А может быть, это гигантские кисти художника? Гадать можно бесконечно. Впрочем, организаторы фестиваля призывают не искать ответа. Его просто нет. В каждой работе посетитель должен увидеть свой смысл. Для этого надо внимательно смотреть. Такой Данаю Рембрандта еще никто не изображал. Женские формы из зеркального пластика, по которым словно рука Зевса скользит солнечный луч. А в этих черно-белых схемах очертания жизни, которая проходит мимо. Художники призывают оглядеться вокруг и увидеть невидимое. Тоску в глазах постаревших рок-музыкантов. В работе бельгийца Коэна Тейса новый смысл в известном шедевре Яна Вермеера «Молочница», который кореец Лилинам с помощью современных технологий практически оживил. Мир, в котором мы живем, он достаточно темный. И в этом темном, жестоком мире нам необходима истина. Истина заключается в жизни. И вот это молоко, оно символизирует жизнь и истину. Медиатехнологии здесь дополняют классическое искусство, хотя порой компьютерные образы и есть самое главное. Героя этой работы можно увидеть, только взяв в руки планшет. Петербургский художник, прикованный к инвалидному креслу, с надеждой смотрит в окно. В реальности это существующий человек, да. И это моя дань художникам, которые отдали свою жизнь, вот, будучи неизвестными и будучи одинокими, которые пожертвовали собой, своим временем ради своей работы. Современных медиахудожников часто критикуют, называют дизайнерами, а работы лишенными смысла. Они же, в свою очередь, парируют. Их искусство идет в ногу со временем, в котором технологии – часть жизни. Алена Германова, Денис Торопчин, Сергей Шилов, Павел Зеленков, Ксения Угарова. Первый канал. Санкт-Петербург.